Всем привет, друзья! Меня зовут Вилли, вы на канале Мотохайкер. В этом видео поговорим с вами опять за рюкзаки. И поговорим за такой вот нюанс. В чем же отличается обычный городской рюкзак, скажем, от того же моторюкзака? Это очень важно понимать, это от этого зависит ваша безопасность на дороге. Поэтому рекомендую посмотреть данный ролик до конца. Много времени я постараюсь у вас не отнять. Начнем с того, что вот, допустим, посмотрим обычный рюкзак. Это не моторюкзак, обычный городской. В него можно поместить на ноутбук, еще что-то, какие-то повседневные вещи. Но этот рюкзак я бы категорически не стал использовать при езде на мотоцикле. Хотя многие из вас, может быть, так и делают, не осознавая, насколько это опасно. То есть до того момента, пока эта опасность не случится. У меня была одна ситуация, о которой я скажу позже, которая мотивировала меня записать данный видос. Допустим, вот, скажем, мой моторюкзак. Вот этот рюкзак можно одевать безопасно и ездить с ним куда угодно. И также, в чем же нюанс? Давайте я сначала расскажу вам небольшую историю, а дальше вы уже поймете, в чем этот нюанс. Итак, как-то ехал я на мотоцикле, и сзади у меня был еще, помимо рюкзака, обычный баул. Я просто потянул руку, один раз потянул руку, пощупать, на месте ли баул, ну просто так, рефлекторно проверить, на месте ли там, не сдуло ли его или еще что-то. И вот когда у меня рука потянулась взад, у меня лямка просто-напросто слетела с плеча. И когда я попытался вернуть руку на руль, то есть вот эта лямка, она просто заблокировала руку. То есть я не мог дотянуться до руля. Хорошо, что дорога была прямая, было раннее утро, машин не было. То есть у меня было время как-то там эту ситуацию разрулить. В крайнем случае, то есть я как-то там натянул кое-как, да, получилось. Но в крайнем случае я мог бы оттормозиться одной рукой, осторожно, и все было бы ничего. А теперь представьте такую же ситуацию, вы едете где-то в потоке, где много машин, где какие-то повороты или еще что-то, где вам нужно маневрировать. И случается такая ситуация, это может просто вызвать чувство паники. Вот в тот момент, когда у меня такое случилось, я осознал, насколько это все-таки серьезно. Поэтому, ребята, вот данный рюкзак, не оснащенный вот такой вот специальной застежкой, которая вот на уровне груди застегивает эти лямки рюкзака, ни в коем случае не используйте при езде на мотоцикле. Ни в коем случае, потому что один раз слетит лямка и все, и кобздец может вам прийти. Что касается моторюкзака, да и даже некоторые, многие городские рюкзаки, они оснащены этой лямкой. Если рюкзак оснащен этой лямкой, то в принципе можно и городской использовать. Но я сейчас говорю про данную модель, у которой нету вот этой застежки. Поэтому категорически такие рюкзаки на мотоцикле не использовать. Допустим, вот этот рюкзак, у него есть лямки везде. Скажем, где? Сейчас покажу. Вот, видите? Вот эта вот застежка. То есть она позволяет на уровне груди застегнуть рюкзак. Таким образом, лямки не слетят самопроизвольно с ваших плеч и не будут провоцировать аварийную ситуацию. Это очень важно. Поэтому, ребята, понравился видос, ставьте лайк. Не понравился, ставьте дизлайк. Ну, пишите свои комментарии. Ну, а с вами был я, Вилли, канал Мотохайки. Увидимся в следующем видео. Всем пока.